Я думаю, надо... Блин! Он за мной бежит. Черт возьми, он за мной бежит. Друзья, до Нового года остаются всего считанные часы, поэтому я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать всего-всего самого хорошего, самого лучшего, но официальное поздравление я сделаю чуть попозже, выпущу его следом за этим видео, поэтому не пропусти. А сейчас скорее смотреть новогодний комеди-хоррор. Бит прикольный такой, да, мелодия такая прикольная. Three-headed Santa. The Awakening Press Space to begin. Yo. Короче, ладно, все. Погнали, короче, всем своим подписчикам и новым друзьям я говорю welcome. Трехголовый Санта называется игра. Погнали. We can finally decorate the Christmas tree. My favorite time of the year. I need to find five bubbles to place on the tree. Let's do this. Короче, он сказал, что наконец-то Рождество и... Надо подготовиться к нему, надо украсить нашу елку. Я только не понял, почему он голый. Так, у меня мышь бегает из экрана в экран, поэтому я надеюсь, что... Это очень, очень плохо. О, часы какие большие. А почему такие большие часы? Посмотри на эту книгу. Почему она... Я могу приседать? Почему она парит? Хотя Новый год, это же Новый год, это волшебство, это подарки, это непонятные какие-то вещи. Это я могу, знаешь, ручку поднять вот так вот, и звук будет такой. Телефон поднял, и звук будет такой. И вообще-то, украшаем нашу елку. Так, где еще? Что у нас? Это гараж? Хера, какая у тебя тачка, братан. Шурупы, гайки, это все, это, наверное, у тебя до этого была Лада. А сейчас ты пересел на Ламборджини, теперь уже тебе не нужна эта коробка. Офигеть. Или наоборот нужна. Я не знаю, у меня Ламборгини нет, поэтому я не знаю. Так, что он... Ага, вот еще один. Отлично. Уже два осталось. Нужно пять. Еще три. Так, что у нас здесь? Цветы, кусты. А почему на тарелках цветы растут? Мы ждем в гости динозавров каких-то или... Я жрать хочу, левок! Или вегетарианцы. У нас вегетарианская семья, наверное, да? Что это такое? Телевизор? Вот это телевизор. И что на него смотреть? Что там? Я не вижу ничего. Передайте мне, пожалуйста, бинокль. Ну ладно, может быть, у него просто дальнозоркость, и он все прекрасно видит. А мы просто с тобой слепые. Ладно. Давай следуем второй этаж. Блять, почему такая большая розетка? Что это такое? Зачем это надо? И какая отвертка? Дорогой, нам нужно поменять розетку. Сейчас я схожу со своей отверткой. Так, мячик нашли. Отлично. Бери. Больше ни в какие двери я не могу войти, к сожалению. Это что такое? Свет так включается? Слышь, ну так включится свет так, что потом... Я не буду это комментировать. Алло, ну спустись вниз-то. Чего ты не спускаешься? Ну хоть прыгать может, это уже хорошо. Вот смотри, я сейчас нажму, а мышь у меня на том экране. Мне, чтобы его подвинуть, нужно нажать сюда, потом еще раз вот так подвинуться и нацепить. Черт! Наконец-то мы с тобой... Короче, нужно, чтобы она горела, светилась, и нужно... Заткнись потише, можешь базарить. Нужно три звезды наверх. Я их, по-моему, оставил в Ламборгини в своем гараже. Хорошо, пойдем искать. Так, мы были с тобой здесь, не было тут никаких звезд. Что ты мне рассказываешь сказки? Блях, пока возьмем... А что они не берутся-то? Бери! Уважаемые звезды, можно я вас возьму? Меня уже эта игра бесит, я ненавижу эту игру. Но я пройду ее. Клево. Что ж, теперь время идти спать. Завтра Рождество. О, черт, да. Ну, пойдем спать. Пошли. Почему он голый? И почему он лег через подушку? О, черт, ой. Это сегодня Рождество. Не терпится увидеть, что приготовил мне Санта. Я надеюсь, новая Ламборджини. Другая Ламборджини. Что это за... Кто оставил в мою лампу фигню эту? Что-то где-то дрожит. Тут? Нет. Тут?
В стиралке? О, тут стиралки есть у нее. Стиралка дрожит, может быть. Сушилка? Суши что-нибудь. Нет. Внизу, наверное, что-то стало быть. Что-то не то. Это что еще за хрень? Что это? Колбасит, чувак? Подожди. Алло. Что не так с этой рождественской елкой? Елочка, пожалуйста, не трясись. Он ушел, Санта ушел. Он только ножик оставил, забрал. Елочка. Бля, почему у меня кружки грязные? Ладно, елка. Пожалуйста, не трясись. Все будет хорошо. Все. Черт, как тебя успокоить-то? Телевизор включить тебе. Что надо делать здесь? Елка! Уехать, может быть, отсюда надо. Уехать надо? Что случилось? Че? Все нормально? Я думаю, надо... Валить отсюда, хотел сказать я. Фух. Что это такое? Why is my present in the bathroom? Почему мои подарки в ванной? Не знаю я. И меня больше всего раздражает мышь. Постоянно мышь перемещается. Я пытаюсь нажать, а она здесь. И нажимается здесь у меня что-то. На рабочем столе. Опять мы голые. Моя голова. Ты как Дракула встал. Где я? Я думаю, это какая-то ерунда. И что, черт возьми, произошло? Это был Санта, трехголовый Санта? Я не знаю. Что это за... Дорогой Санта, в этом году я хочу попросить тебя о другой игре Heal and Seal. Держи, это реальный Санта. Майкл, 8 лет. Заметки Санты. Этому ребенку нужна оригинальная игра, а он позер, и я ему отправлю маленький какой-то там подарок в виде коалы. Ясно, понятно. Все ясно, понятно. Так, фан, финиш. Ага, ясно, это ловушка, 100%, я пойду здесь. Он сюда убежал? Мне нужен ключ. Ты залезешь в эту замочную скважину и так, без ключа. Зачем он тебе нужен? Где-то посмеялся надо мной Санта. Типа, ключ. Дурак. А вот и ключ, который я не могу взять, потому что мышка опять ушла у меня. Ты чё? Чё это было? Чё это? Ты чё? А кто? Где я? А чё я... Так, мистеры, снеговики! Да куда? Отстаньте от меня! Да! Идти куда? Это я вижу, это нам сюда идти? Я ничего не вижу. Да, нам сюда. Быстрее, скорей! Открывай! Да какой? Побежали, бежим! Твою мать, кто это? О! Сюда! Я не знаю, куда бегу. Это что за Кент? You did it too, didn't you? Ты тоже здесь, как и я? Ты кто-то такой еще? Ты тоже поставил 3 звезды на свою рождественскую елку? Это была типа ловушка. Мы хотели украсить нашу елку, как и другие. И должно быть, вызвали какого-то... Ты думаешь, что поставив 3 звезды на елку, мы типа вызвали Санта и его помощников? Да. Вы обдолбаны. Черт, я думаю, ты прав. Почему ты голый? Да, кстати, почему ты голый? Это Рождество. Я никогда не ношу... одежду на Рождество, это праздник. Nice. Клёво. Чего тут клёво? Он дурак какой-то. Это было жестоко, Санта. Ты только что убил моего друга единственного.
Что с тобой не так? Почему ты трясешься постоянно? Я был плохим с мальчиками, мистер Санта, но сегодня я не умру. Почему? Не умрем, говорю! Бежим! Бля, я... Куда бежать? Пожалуйста. Он за мной бежит. О, черт возьми, он за мной бежит. Пожалуйста, беги быстрее. Он прям сзади, сзади. Быстрее, беги. Я не... Куда бежать? Сюда. Сюда. Да, сюда. О, куда? А что сделать-то дальше? Он за мной прям бежит. Да, он прям за мной бежит, черт возьми. О, что делать? Куда бежать-то? Фу, блядь, опять мы голые. Почему? Ты не поймаешь меня. Он прям за мной бежит. Спасатели? Это что еще? Это он, это реальный Санта. Да. Эй, мэн, эй, чувак, держи типа это. Что это, подарок? Что за подарок? Почему мы голые? Хотя он уже объяснил, не важно. УЗИ? Я всегда хотел УЗИ, спасибо, Санта. О-о-о! Стреляй по нему нахрен. Это жизнь у него, ну, это снизу, или что это? Если это жизнь, они не уменьшаются. Как это надо, стрелять прям по Санте, может быть? Как по нему стрелять? Я застрял. Уйди от меня, по глазам тебе, на! Ты что, бессмертный, что ли? Я не могу понять. Пошел вон. Я увидел Ламборгини, я бегу к Ламборгини. Я сейчас сяду и уеду просто. Это мой подарок, это новая Ламборгини. Да-да-да-да-да-да-да. Нет-нет-нет. Что это? Собака, как ты меня достал? Уходи от меня! Санта, помоги мне! Ты мне подарил эти УЗИ, зачем? С Рождеством! Получи по своим долбанным бошкам, Санта! Конец. Press escape to quiet. Что я могу сказать? Комеди-хоррор. Ну ты это... Ты заходи, если что!